Озгюр, что ты такого сказал, что так внезапно приняла решение и уехала в Бурсу? Несколько грубых драматических фраз. Изги, что мы делаем эти два дня? Что проживаем? Что? Точно не любовь. Нужно положить этому конец, пока не случилось чего-то большего. Это все? О том, что все это ошибка. О том, что ты не хочешь ее видеть, что ты не любишь ее. Да, что-то вроде этого. Что сделал, брат? Ты же хотел сделать Изги сюрприз. Нет никакого сюрприза. Как? Не спрашивай ни о чем. Все кончено. Мы с ним больше никак не связаны. Ни начальник больше, с работы я тоже уволилась. Ни соседи, мы переезжаем. Ничего нет больше, хорошо? Ты сказала, что не съедешь дома, что не бросишь работу. Устроила скандал, потом за одну ночь отказалась от всего. Встала, приехала сюда с нами. Я вижу, что у тебя внутри все горит. Мне интересно, пожалуйста. Скажи, что случилось? Озгюр? А чувства Изги? Мы спросили у нее. Хочет ли она быть с Эрданом? Волнуется ли она, когда видит его? Бьется ли сердце, спросили? Именно тут мы и ошиблись, Джансу. Хоть мы и знали, что Изги не хочет быть с Эрданом, но мы помогли ему. С тобой я был совсем другим. Ты та, с кем я был всем невозможным. Самая красивая ни за что. Хорошо, что ты родилась, любимая. Дорогая, думаешь, я не видела, как Изги смотрела на Озгюра? Думаешь, я не поняла, что она чувствует? Я сейчас так хорошо понимаю, почему Изги ушла, почему она так зла на нас. Мы все испортили. Изги влюблена в Озгюра. Денис, я впервые вижу Озгюра таким. Я впервые вижу то, как он старается ради женщины, ради счастья женщины. Он для нее даже приготовил сюрприз на день рождения. Озгюр влюблен в Изги. Я верю в силу любви. Всегда верю. Это такая сила, что когда она становится настоящей, то перед тобой никто и ничто не сможет стоять. Озгюр ведь подготовил сюрприз в честь дня рождения Изги. Мы повторим сюрприз Озгюра на день рождения. Я прошу у тебя прощения, Изги. Не проси. Тысячу. Не проси. Не проси впустую. Ты не доверял мне вовсе. Никогда не доверял. Что может быть там, где нет доверия? Будет любовь? Ты был прав, между нами, оказывается, ничего не было. Давай, теперь уходи. Уходи, Озгюр, не стой впустую, уходи. Ты подготовил? Готовил? Но я в ту ночь приехала сюда. Здесь ничего не было. Тогда... Это тоже ты написал? Изги, я с тобой становлюсь другим человеком. Ты мое самое красивое ни за что. Все запретное кроется в тебе. Хорошо, что ты родилась, любимая.